На заседании межведомственной комиссии по земельным отношениям под руководством губернатора Игоря Рудени, состоявшемся в эту среду, рассматривались вопросы реализации инвестиционных проектов. Тема инвестиционной активности региона поднималась на встрече президента России Владимира Путина и губернатора Игоря Рудени 16 июля. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. На заседании принято решение, необходимое для реализации проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства и туризма в Старицком округе. Это, в частности, расширение производства механического завода «Родина», выпускающего авиатехнические изделия. Благодаря инвестпроекту будет создано свыше 210 рабочих мест. Уже построено здание сборочно-испытательного корпуса площадью около 10 тысяч квадратных метров. Создано 78 рабочих мест. Общий объем вложений в проект – 1,9 миллиардов рублей. В настоящее время растет привлекательность Тверской области, в том числе за счет масштабной газификации, открытия северного обхода Твери. Наши приоритеты – расширение действующих производств, создание новых предприятий, ввод рабочих мест для жителей региона. Компания «Эко-агрофарминг» в Старицком муниципальном округе строит овощехранилище и цех по переработке и фасовке. Это позволит создать до 100 рабочих мест. Заявлены инвестиции 600 миллионов рублей. Еще один значимый для округа проект в сфере туризма – расширение комплекса отдыха «Барская усадьба» в Старицком округе. Это позволит дополнительно создать 50 рабочих мест. Объемы вложений в проект – 500 миллионов рублей. Губернатор Тверской области Игорь Руденя также отметил важность развития необходимости инженерной инфраструктуры, в частности, проработка вопросов водоснабжения и водоотведения.